С вами Science Daily, новости науки и космоса. Вчера вечером космическое агентство Роскосмос сообщило о том, что модуль Пирс Международной космической станции успешно сведен с орбиты с помощью грузового корабля «Прогресс» и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. В 17:42 по Москве связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы Земли, и через 10 минут несгораемые элементы были затоплены на кладбище космических кораблей в 3500 километров от города Веллингтон, Новой Зеландии. Модуль Пирс, проработавший на станции 20 лет, стал первым модулем, который от нее отстыковали. Данная операция позволила освободить стыковочный узел служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции для приема многоцелевого лабораторного модуля «Наука», который был запущен с космодрома Байконур 21 июля. Сейчас модуль «Наука» находится на переходной орбите. Дважды уже была проведена двухимпульсная коррекция орбиты. И согласно данным Роскосмоса, величины импульсов и новые параметры орбиты модуля «Наука» соответствуют расчетным. Стыковка нового модуля с МКС запланирована на 29 июля. Оставайтесь с нами, и мы будем держать вас в курсе последних новостей из мира науки и космоса.